Пречистая Матерь всех святых, помилуй ты, спаси от нас всякое благо человека любит. О кресте Господнем из беседы святителя Иоанна Златоуста. Видишь, как крест является символом Царства Небесного. Хочешь знать другие тому доказательства? Христос не оставил его на земле, поднял его с собою и вознес на небо. Откуда видно это? Оттуда, что он имеет прийти с ним во второе и славное свое пришествие. Чтобы ты знал, какая честь подобает кресту, для того он назвал его и славой. Но посмотрим, как он придет с крестом. Необходимо привести этому доказательство. Если скажут, говорит вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенной комнате, не верьте. Говорит так о своем втором пришествии, славном пришествии, ввиду лжехристов, лжепророков и Антихриста, чтобы кто-нибудь, заблудившись, не попался последнему. Так как первое его пришествие было тайным, тогда бы ты не подумал, что и второе будет таким же. Он дал этот знак. Тому пришествию, естественно, бы быть тайным, потому что он пришел взыскать погибшее, но то будет не таково. Как же, скажи? Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Он явится всем сразу, и никто не будет иметь нужды спрашивать, здесь или там Христос. Подобно тому, как при появлении молнии мы не имеем нужды спрашивать, явилась ли она, так как совершится, так, когда совершится пришествие Христова, для нас не будет нужды исследовать, пришел ли Христос. Но вопрос в том, с крестом ли придет Он? Мы не забыли обещание, выслушай поэтому следующее. Тогда, говорит, когда это? Тогда, когда придет Сын Человеческий, тогда солнце померкнет, луна не даст света своего. Таково-то будет тогда изобилие света, что и самые блестящие звезды станут невидимы. Тогда звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Видишь, сколь велика сила знамения креста. Солнце помрачится, и луна не будет видна. Оно является и блистает, дабы ты знал, что оно светлее солнца и луны. Аминь. Аминь.